Добрый день, дорогие друзья. Давайте поговорим опять о путинских поправках в Конституцию. Ну, конечно, вы скажете, что об этом уже было много сказано, в том числе и в этом блоге. Ну, во-первых, это ведь действительно важная тема. Знаете ли, конституционные перевороты не каждый день случаются. Так что нам еще предстоит об этом говорить и много, и часто. А во-вторых, мы пока не разбирали еще гордость Путина, экономические поправки в Конституцию. И, конечно, в любом случае, при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Удивительные, конечно, слова. Бессменные на протяжении 20 лет единоличный правитель страны говорит, что социальные обязательства должны соблюдаться. Простите, они только сейчас должны соблюдаться, а до этого не должны были. То есть налоги мы собираем с людей и компаний все эти прошедшие 20 лет. «Газпром» и «Роснефть» мы называем национальным достоянием. У президента нашего уже больше 20 резиденций, все его приближенные при дворцах, яхтах и частных самолетах. А социальные обязательства без Конституции исполнять не получается. Понятно, чё ж, понятно. Давайте-ка посмотрим, что Путин предлагает сделать, чтобы не только его друзьям было жить хорошо. Вот внесенный в Думу текст поправок. Я уже говорил, но повторю это вновь, поскольку это очень важный момент. Путинские поправки про социальные обязательства – это издевательство, это обман, это мошенничество, и еще там много чего можно сказать. Что предлагается сделать? Предлагается зафиксировать МРОТ на уровне прожиточного минимума и зафиксировать это в Конституции. Звучит красиво. Мол, никто теперь не будет жить хуже прожиточного минимума. А вы в курсе, какой сейчас прожиточный минимум? По итогам третьего квартала 2019 года прожиточный минимум определен как 11 012 рублей. 360 рублей в день. Килограмм мяса или рыбы. Звучит в целом хорошо. Теперь вычтем средний платеж за жилье. Он по стране у нас 7000 рублей. Осталось 400 грамм рыбки. Уже не так красиво. Минус проезд. Путин ведь не про пенсионера говорит, а про работающего человека. Ведь минимальный размер оплаты труда, МРОТ, это зарплата. Итак, если человек ездит на метро и в Москве, то минус 3000 рублей. Осталось 30 рублей в день. Это кусок хлеба и стакан кефира. Вот все, что работающий человек себе заработал. Минус лекарства, если умереть не хочешь, ведь на бесплатные тогда лучше не рассчитывать. Еда? Нет. А одежда? Тоже нет. Извините, вы вот это хотите видеть в Конституции? Вот вы это серьезно? Путинское предложение – это ведь не принятие на себя социальных обязательств, а отказ от них. Предлагается зафиксировать в Конституции уровень жизни на уровне бедных африканских стран. Ведь если перевести на нормальный язык эту замечательную экономическую поправку, то она будет звучать так. По итогам 20 лет правления нынешней власти, при выросших в 4 раза ценах на нефть, государство гарантирует каждому гражданину зарплату, еще раз подчеркну, не пособие, зарплату, на уровне, который Организация Объединенных Наций установила как уровень нищеты. Вот такой самой грязной нищеты. $5 в день. Давайте так и запишем в Конституции. Честнее будет. Но на самом деле эта поправка не гарантирует вообще ничего, даже нищеты. Что предлагается зафиксировать в Конституции? То, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. А кто определяет прожиточный минимум? Правительство. Захотят – снизят. Думаете, не смогут?
Тогда догадайтесь, каким стало одно из самых первых предложений правительства Мишустина после назначения. Догадались? Они предложили понизить прожиточный минимум. Вот мы ведь с вами только что говорили, что в третьем квартале 2019 года прожиточный минимум был установлен 11 012 рублей. Вот это вот был уровень нищеты. И теперь Минтруд уже предлагает его понизить на 500 рублей. Та же ситуация с поправкой в Конституцию относительно пенсий. Предлагается закрепить в Конституции индексацию пенсий на уровень инфляции. Средняя пенсия в стране сейчас 14 168 рублей. Ну, это, конечно, чуть выше, чем прожиточный минимум. Только ведь вот пенсия – это ведь не подарок. Это средняя пенсия человека, который отработал всю свою жизнь, платил налоги и имеет право на свою долю от отчислений наших национальных достояний за добычу сырья. Налог есть такой. Впрочем, какие там отчисления? Вот друзья Путина, Тимченко с Ротенбергом, построили недавно завод по сжижению газа на Ямале вместе с китайцами и французами. Так вот, весь газ для этого завода на 12 лет им просто подарили. Никаких налогов. Это подарок. Вот достояние в недрах России. Да, подарили консорциуму. Во-первых, это частники. Там Ротенберг с Тимченко Новатеком командует. Есть Тоталь и есть две китайские компании. Откуда здесь пенсиям взяться? Так что получите свои 6 долларов в день, дорогие африканские пенсионеры, и платите за совсем не африканское отопление. Насколько же предлагается проиндексировать пенсии? Ну, официальная оценка инфляции за 2019 год у нас 3%. При этом мы понимаем, что уровень инфляции тоже определяет правительство. Захочет, ну, и не будет никакой инфляции на бумаге. Не будет никакой индексации, хоть она и прописана в Конституции. Но, допустим, правительство не будет шельмовать, ну, во всяком случае, не будет шельмовать больше, чем обычно. Хотя, конечно, в честность правительства верится, ну, с большим трудом. Но, допустим, что тогда? В соответствии с путинскими поправками в Конституцию пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию пенсии на 500 рублей. 500 рублей. Кто довел их до этого? Кто управляет страной уже 20 лет так, что повышение пенсии на 500 рублей нужно фиксировать в Конституции. Мы ведь встали с колен. Мы ведь развиваемся впереди всего мира. Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства и его способность защитить социальные права граждан, а национальную экономику от любых попыток внешнего давления. А еще смешнее, что подачку в 500 рублей пенсионерам кидает тот человек, который только что их обобрал на 3,5 триллиона рублей, забрав накопительную часть пенсии, а потом еще и повысив пенсионный возраст. Ведь благодаря именно этому решению Путина, благодаря его пенсионной реформе, более 800 тысяч человек останутся без пенсии уже в 2020 году. Все путинские поправки будут стоить бюджету 400, максимум 500 миллиардов рублей в год. Оценка тех мер, которые сегодня озвучены, примерно от 400 до 500 миллиардов рублей. Вот, чтобы вы понимали масштаб этой цифры, напомню, что глава Роснефти Сечин выбил из правительства льготы по налогам. Ну, для одного месторождения 350 миллиардов рублей, а для другого 460 миллиардов. В сумме более 800 миллиардов. То есть путинские друзья сначала получают в личное пользование крупнейшую нефтяную компанию, а потом заставляют всех граждан платить за добычу нефти через отмену налогов. Кстати, одно из этих месторождений, Приобское, досталось Роснефти после разграбления ЮКОСа. Мы поднимали это месторождение без всяких льгот и при ценах на нефть в 3-4 раза ниже, чем сейчас.
То есть все эти льготы – это чистое воровство. И вот теперь воровство только по двум месторождениям, только одного путинского друга вдвое превышает все социальные подачки в Конституцию. Почему же такие поправки вносятся в Конституцию? Ведь мы жили без них. Да и не меняют они ничего. Я не зря называю путинские изменения в Конституцию переворотом. Единственный смысл его поправок в структуру государственного управления – это сохранение власти. Путин меняет Конституцию под себя, под свои личные нужды. Это уже очевидно для многих, а скоро будет очевидно для всех. Но при этом ему крайне важно получить формальное одобрение населения. Для этого и внесены так называемые «социальные» в кавычках поправки про МРОТ и про пенсии. Он рассчитывает, что этой подачки хватит, чтобы заставить людей проголосовать за вот этот вот госпереворот. Конечно, возникает вопрос. Ну, а если Путину так нужно народное одобрение, то почему бы не дать людям, ну, побольше, нормальный какой-то подарок? Ответ-то простой. Тогда меньше останется Сечину и другим дружкам. Ведь хорошо-то управлять за 20 лет они так и не научились. Ну, собственно говоря, и правильно, а зачем им? Народ-то терпит. По официальной статистике, за чертой бедности живут более 18,5 миллионов россиян. Позорная цифра для 21 века. И для страны, которая за годы высоких цен на нефть получила 6 триллионов долларов экспортной выручки. 6 триллионов долларов. Это такая цифра, которую не все даже знают. Почти полквадриллиона рублей. Но чертой бедности правительство по-прежнему считает тот самый прожиточный минимум, который 5 долларов в день. Как я уже говорил, это уровень африканских стран. Уровень самой вот нищеты. В реальности за чертой бедности находится половина страны. 48% граждан не могут позволить себе товары длительного пользования. Денег им хватает только на еду и одежду. И вот это реальное экономическое достижение 20 путинских лет. Тут уж, ну, просто ну, не на кого переложить ответственность. Никакие рассказы про ужасные 90-е через 20 лет не помогут. К слову, помните, с какого года Путин в Кремле? Думаете, с 2000-го? Не, как бы не так. С 96-го. Путин очень дорого обходится стране, а значит каждому из нас. Он не просто сформировал коррумпированную и неэффективную систему, которая позволяет ему и его друзьям жить за счет общества. Это было бы полбеды. Он тормозит всю экономику страны. Мы с вами, как российские граждане, российские налогоплательщики, дорого заплатили за то, что руководители страны решили пойти не столбовой дорогой истории, а куда-то в сторону или назад. Из-за них мы не просто не зарабатываем столько, сколько могли бы. Он и его друзья не просто тащат по карманам все, что плохо лежит, да и то, что хорошо лежит, тоже. К слову, еще больше мы теряем на ненужных расходах из-за их непрофессиональных решений. Но все это меркнет по сравнению с тем, сколько мы недополучаем. Недополучаем из-за плохого инвестиционного климата, из-за отсутствия гарантий права собственности, из-за всевластия чиновников и силовиков, то есть из-за всего того, что нужно Путину для сохранения личной власти. У него в начале правления был выбор. Экономика страны и благополучие граждан или личная власть. Он мог честно отработать и достойно уйти в 2008 году. Без больших миллиардов, конечно, но с большим почетом. Он выбрал коррупцию, интересы друзей, власть и невозможность безопасного ухода. И вот сейчас он хочет, чтобы мы все поддержали этот его выбор. Путинские поправки в Конституцию – это способ продлить режим личной власти, продлить навечно. За личную власть Путина мы платим нищетой 15% населения и бедностью 50%. Мы платим низкими темпами экономического роста, самыми низкими среди всех наших соседей.
Мы платим маленькими пенсиями, дефицитом жизненно важных лекарств, отсутствием перспектив и каких бы то ни было социальных лифтов у большинства молодежи. Все эти проблемы, всю эту безнадегу нам предлагается продлить навсегда. Взамен на что? На внесение в Конституцию нищенского мрота и таких же нищенских пенсий. Но ведь мы же не купимся на такую дешевую разводку, да?